17 пловцов из Черепановского района сегодня приехали на открытое первенство в Ленево. Здесь они впервые. Главная задача, которую ставит тренер, не сколько победить, сколько проверить готовность своих ребят к новому спортивному сезону. Половину готовы уже, особенно маленькие дети сегодня очень себя, которые плыли на значок, они в следующий раз точно поплывут уже у меня на медальку. Я прям довольна ими, они у меня постарались сегодня, молодцы. В открытом первенстве сегодня участвуют пловцы от 6 до 15 лет. Результаты маленьких пойдут в зачет фестиваля «Готов к труду и обороне». Более опытные их товарищи соревнуются за медаль. Девочки были старше меня, и они быстрее проплыли. Я просто от усталости. Я уже устала, и я не смогла проплыть. Ребятам в зависимости от возраста предстоит проплыть 50, 100 или 200 метров вольным стилем. Всего в рамках первенства дано более 30 стартов. Мы проводим аналитику, значит, кто стал лучше, у кого техника какая и так далее. Вот. Для меня, как для тренера, то есть это статистика. А для ребят это всегда определенный праздник, то есть и... Значит, мероприятие, где можно себя проявить. По итогам подтвердили и выполнили разряды по плаванию 32 человека. У Искитимского района 9 золотых медалей, столько же серебряных и 8 бронзовых.